свежая партия подоспела, вот эта вагонетка крутится, тростник мутится. И о, просто ты иди глянь, сколько там стаков уже скопилось-то за день. Ну, нормасики, почти 8 стаков, а ты не хотела вот эту ферму бесконечного тростника делать, так и сколько это времени прошло, один день всего лишь, уже почти пол сундука заполнено, нифигашеньки себе. Так, все, пошли книги делать, книги детям. Ну тогда давай забираем быстренько тростник и потопали домой, потому что надо еще кожу взять, надо книги шить, вот это тростник бумагу переработать, потом все подписать и детям книги вот туда отослать. А какие книги делаем? Ну, по какому предмету? Математика, литература, история или еще что? По всем предметам нужно обязательно сделать. А что так книга-то сложно делается? Я думала, все это, вот все готово уже. Так, из тростника я тебе сейчас сразу книгу сделаю. Нифигашеньки, там все так просто не делается. Сначала иди вот сюда. Верстак, засовываем тростник. 3 вот так штуки. Из этого получается бумага обосраться. Ну, в смысле, в том плане, офигеть, как много у нас бумаги сейчас получится. Ты понимаешь, что нам вот этих фейерверков до конца жизни, наверное, хватит? Фейерверков? Ну, фейерверки тоже как бы из бумаги делается. А, все, извините. Так, а почему у меня сахар получился? Да потому что 3 в ряд надо, 3 тростника в ряд. И после этого, подожди, я беру кожу сейчас, как бы это, вот это, вроде кожа вот сюда и бумага, бумага вот так. Вот! Одна кожа, 3 бумаги, получается одна книга. Я израсходовала все свои тростники, у меня получился сахар, я так не играю. Да какой сахар, я тебе говорю, Кать, в ряд, ну, дай 3. Дай мне. Да у меня уже нет тростника, вот смотри, 2 штуки есть. В ряд, 3 тростника, получается листочек бумаги. Ну все, поняла, давай дальше книги шить. У меня уже стак. Как ты думаешь, стак книг нам хватит, чтобы вот этих всех наших детей из тупых в умных сделать? Так, это все что ли? Это вот так вот быстро и все книги готовы? А что ты в прошлый раз-то не мог так сделать? Пошли скорее учить их. Тростника не было, поэтому я в прошлый раз не мог так это все сделать так. Ай, все, это не нуди, конечно, конечно. Бумагу выложим сюда. Катя, которая сделала сахар, не знаю зачем, выложим его вот сюда. Все, ягодки вот так возьмем, сейчас Ну иди раздавай книги, что ты меня ждешь-то, а? Да все, иду. Ура, 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 детишки будут учиться. Скорее. Надеюсь, они там не проголодались за целые сутки-то одни. Все, живы, все здоровы. Конечно, в школе, блин, протусили. Вот бы, блин, мне так в детстве. В общем, книги готовы, детишки. Чики-бомбони, держи, это тебе. Но книги у нас с возвратом идут. Это у нас частная собственность. Николай, держите. Так, тут у нас еще Герман. Герман, только не грызть. Чур, книги не грызть. И вот Елизавета вторая. Че, всем раздала? А где лимончик? Да на улице они сидят с этим шоколадным кексом. Сейчас, подожди, я их сюда приведу. Расслабились, посмотри на них. Сюда, давайте за мной, внутрь. Прогуливают, сидели там вот это... Ой, фантомы налетели. Фантомов в класс звать, Кать, или нет? Не-не-не-не, пусть они это неучими остаются. Пусть летают. Так, все. Раздавай книгу лимончику и шоколадному кексу, давай. Так, лимончик, это твой... Ты че меня это калашматишь, а? Это че ты... Я не понял. Лимончик, пупу, тихо, на место сядь, ты чё разбуянился? И кексу тоже книгу дай. Все, молодец. Так, подожди, сейчас покормим Николая покормим, Лизаветочку тоже покормим. Проголодались, небось, наверное, да? Все, всем все раздал, Кать. Вот это, куда ты фейерверки в доме, в помещение запускаешь? Все сыты почти, все умные, можно сказать. Ну все, наш долг как учителей выполнен, все, можем валить, в принципе, отсюда, да? А урок что, никто не будет им даже преподавать? Да, пусть сами там книгу откроют, прочитают, что там написано. А что я вам раздала? Математику или русский там что-то? Ну да, короче, я тогда предлагаю оставить их на ночную смену. Утром вернемся, они уже сразу все умные станут. Ну все, тогда потопали по своим делам. Я как бы бизнес-леди, я пойду к себе в домик Кати Крафт. Мне нужно новую коллекцию придумать, ага. Ну все, я тогда пойду перешмонаю этих фантомов, чтобы они нас здесь не доставали. И пойду порыбачу тогда, все. Все дела выполнены, можно наконец-то расслабиться. Только после этих странных фантомов, которые орут здесь как ненормальные чупакабры, летающие, извините. Ловись, рыбка. Просто ловись, а то что-то в последнее время мне не очень везет. Уже 5 минут здесь стою, никто не клюет. Мне такое ощущение... Так вот, передо мной же 5 рыб там! Ну что-то они вообще... Ядрить тебя в пупок! А да как же оно так произошло-то? Чё ты там... Так вот, почему у меня здесь рыбы нет, потому что ты всю рыбу спугнула и клюет, опа!
Сырой лосось нормально. Не кричи, так рыбу всю пугаешь, Кать! Ты где там? Иди скорее сюда, ты плюй на свою рыбу! Бегом! Чё там? Опять что-то срочное! Сейчас, подожди, подожди, еще одну рыбу выловлю. И клюет. Опа, и вот это, и тресочка. Все, бегу! Чё там опять произошло? Не, ну ты иди глянь, ты иди глянь, это ж как это мой бизнес, все по одному месту, это сейчас пойдет, это все рухнуло. Ты глянь, вот сюда, глянь, вот сюда. Чё? Сундук! Ну? И? Пусто! Пусто! Ты понимаешь, как оно такое вообще могло произойти? Да кто у меня спёр-то все красители, я не могу понять. Да никто у тебя красители никуда не пёр, так ты все красители тратишь каждый день на вот эти флаги и на броньку. Ты же броньку меняешь, как вот это, как носки, каждый день. А чё мне теперь прикажешь делать-то, а? Эта транспортная компания вот еле плетется как-нибудь там, если раз в месяц приходит, тут с какой-то фигнёй, вообще-то мало красителей. А вот это дюпать ты мне запретил. Нельзя теперь. Нельзя дюпать, нельзя в шалкер ящики складывать красители и относить пиглинам в ад. Это баг. Багом мы пользоваться не будем. А как это мне прикажешь цветы-то вообще приносить? Это каждый раз в поле бегать, что ли? Да я устану, да так долго, это туда-сюда мотаться. Вот я тебя в школу зачем устроила учителем по бесконечным фермам, а? Вот зачем? Вот сделай мне бесконечную ферму цветов, а? Сможешь? Так потому что ты срака ленивая, ты просто выбег, ты смотри, у тебя тут, смотри, крою, сколько красных цветов, у тебя тут белые цветы, побежала туда, там синие цветы, побежала туда, там желтые цветы, ты чё так ленишься? Между прочим, красные цветы, это память о големах, их нельзя рубить. И чё ты мне предлагаешь сделать? Я говорю тебе, ты же у нас такой умный, там всякие фермы мутишь, вон ферму тростника сделал, ферму сделал, ферму еще чем сделал. Чё бы вот не сделать тебе ферму цветов? По-любому можешь, просто не хочешь. Я не умею делать никакую ферму цветов. Чего ты вообще взяла то, что я ферму цветов умею делать, а? Ты все умеешь, не обманывай меня. Вот по-любому умеешь. Ну, умею, но просто не хочу, да. Я в этой серии хотел спокойно посидеть и порыбачить. Мы столько дел переделали. Я тебе ферму тростника сделал в предыдущей серии. И ты хочешь, чтобы я сразу шел еще одну новую ферму делал? Да нет, не лень, ничего не буду делать, отстань от меня. Так все-таки, значит, умеешь, да, делать? Умею, но не буду. А, ну ладно, я тогда в ад пойду, в принципе. Ну, хорошо, приятно было пообщаться. А зачем ты в ад пойдешь? А то там никто не спрашивает, так. Если ты пойдешь в ад дюпать, я твой вот этот ёршик алмазный к чёртовой бабушке взорву, я тебя предупреждал. Вот его не трожь, он тут ни при чем. Ага. Ну, может, книга хотя бы какая-то словится, ну и лук зачарованный, это еще что-то зачарованное. Рыбу не пугай, здрасте оттуда, Кать! Ну, пожалуйста, ну сделай мне бесконечную ферму цветов, ну что тебе стоит-то, ну пожалуйста, у нас такой даже нету, она будет, а? Пообещай, я тебе ее сделаю, но ты после этого от меня на всю жизнь просто отстанешь и больше доставать не будешь, клюет! Чё там, чё попалось, тресочка? Тресочка попалась. Я тебе сделаю ферму, но после этого ты сдрыснешь отсюда и дашь мне нормально по-мужицки поотдыхать. Порыбачить. По рукам? Договорились. Сракостанцию на наш склад затащила. Ресурсы сейчас будем подготавливать. Все, так точно, будет сделано. Ферма цветов, ядрить ты колотить. Примерно 150 камня, потом где-то 8 воронок, после этого где-то примерно 15 вот этих раздатчиков, не один раздатчик, 15 поршней, потом нам надо примерно 4 где-то наблюдателя, примерно 12 редстоуна и 100 костной муки. И вот после этого все ресурсы будут готовы. Я все запомнила. Так, сначала нам нужен камень, вроде как, потом еще эти наблюдатели, я запомнила, раздатчики, поршни, мука, так вот раздатчик вижу, воронка, а у нас наблюдатели кончились. Скрафтишь, значит? Ресурсы добывай, а я пойду искать территорию, где нам с тобой ферму эту сраную, ну, в смысле, твою, цветочную построить. Наверное, костная мука, вижу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мистер Крипер, ты мне тут не нужен? Ёперный шнобель! Ну чё ж-то всё всегда не по плану идёт, ладно, так в этом мы потом перестроим. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, короче, 12 на 11 блоков должно быть. 7, 8, 9, 10, 11, всё, вот так, ага, пришла, да? Привет.
Иди засрой то, что сломал мистер Крипер, а я пока продолжу. Раз, два, три, четыре, пять. Так, все блоки на бочку гонивию, кроме камня. Камень тебе сейчас понадобится. Давай, выброси мне поршни. Ты нотные блоки взяла? Я тебя просил нотные блоки еще взять. Какие нотные блоки? Ты мне не говорил ничего про нотные блоки. Ладно, неважно. Ты редстоун, если взяла, сейчас скрафтим нотные блоки. Давай все выбрасывай. Дерево мне выбросить. Вот редстоун. Дубовые доски. Диорит. Стекло, воронки, вот это все, короче, держи. А я не просил стекло взять. Стекло обратно забирай. И диорит тоже обратно забирай. Диорит расставляй вот сюда, в эту яму, которую я выкопал. Вот расставляй вот туда. Так, давай. Прям вот так. Вот так, прям вот так. А я сейчас подготовлю. Нужно здесь еще вот так два блока уничтожить. Это закрыть. И с другой стороны делаем то же самое. Два блока в ширину 9. Делаем вот так, с другой стороны сделай то же самое и ставим сюда 9 поршней. С другой стороны то же самое давай сделаем. Ставь туда диорит быстро. Я долго думала, с какой-то другой стороны-то. И сюда ставим тоже, пока 3 поршня не хватило, сгоняй сраку опять в дом. Так, а я пока здесь вот это, нотные блоки, только Катя не знает, как они делаются. Посередине редстоун. Я знаю. Как? Посередине редстоун. Ну, а дальше? Дальше. Ну ты сам скажи, и я потом. Ага, это буду. Посередине редстоуна, вокруг вот это доски. Доски! Ну вот, ты все знала, Кать, ты все знала. Так, тут дырку с одной стороны сделали. Потом это все надо обкружить заборчиком. Вот так. Так, вот как выглядят эти нотные блоки. Так, это получается, с ними можно что-то делать, например, вот так. Оп! И прикольно. Ты слышишь это, да? А, кстати, это я тебе вот поршни принесла и наблюдателей. Да, вот, держи. Может, хватит? Все, тихо, работаем. Ставим наблюдатель вот впритык к нотному блоку, подсоединяем это все редстоуном, видишь, заработало, главное не включай сейчас ничего, а то все сломается, и вот уже все сломало, вот это обратно уже надо перестраивать, вот Катя. Я ничего не трогала, ты мне кажется вообще меня обманываешь походу, как из этого может получиться ферма цветов, что так, это вообще такое? Ну так ты подожди, господи, ты реально все сломала, ну так я еще до конца даже не достроил, не тыкай, главное никуда, с этой стороны. Поршни давай мы сначала поставим до вас. Как? Вот так, это ломаем, подбираем, ставим сюда поршень, закрываем забором, ставим еще один вот этот наблюдатель, да, я его возьму и подсоединяем это все опять редстоуном. Вот так. А курочку хочешь? Давай, уже проголодался немного, спасибо. Ну, я тебе могу сказать то, что ферма уже почти готова. Да, она пока не выглядит, как будто это ферма цветов, но все впереди, Кать, все впереди. Найди мне центр. Центр мне найди, вот это. Так, подожди, это вот туда, тут. Вот тут, нет, вот тут, вот здесь, вот это центр. Ну чё, это нифига не центр, центр где-то вот здесь находится. Вот это центр. Я сюда и тыкала. Сюда ломаем блок и ставим раздатчик. Опа! Ты смотри! Да ладно! Явились, когда не нужно! Я вас целую неделю ждала... А ты видишь, как они, да, со мной поступают? Не, ну ты видишь, да? Я вижу, вот пришел именно тогда, когда мы ферму строим. Почувствовал вот эту конкуренцию, ага, сразу видно. Коричневый краситель и черный. Вот и скажи, вот на кой черт они мне нужны? Ну да, зачем они тебе нужны? Так, я поставил туда раздатчик, и к раздатчику сейчас надо подсоединить воронки и еще наблюдатели. Прокапываемся вот туда к раздатчику, вот так здесь делаем небольшую такую территорию. Наблюдатель пердососим. Вот так, чтобы он смотрел в эту сторону, и потом еще один, вот так. Подсоединяем вороночки к этому раздатчику, вот сюда, вот так, на выход, еще вот так. Сундук взяла, я еще просил сундук взять, ты где? Взяла. Что делаешь? Выслеживаю этого невидимку. Сундук мне выкинь на бочку. Ай, ладно, на, держи свой этот сундук. Ёпрос, это 4 штуки! Мать моя женщина, да вы дадите нам в этой жизни спокойно пожить! Слушай, Кать, мне кажется, нам с тобой срочно надо переспать, прям срочно. Как думаешь? Я тоже за этот вариант, потому что они уже одолели. Да в жопу! И тебя, и другой фантома, и третьего! Я двоих уже кокнул, Кать! Опа, я тоже!
Ну чё, ну вот и чё, и вот чё ты сделала? Я не это самое, я хотела фантома вообще-то кокнуть, извините. Они сейчас плевать тебя будут. Да и пусть плюются, я тоже в это вас поплююсь, за ваши красители беспонтовые. И вот чё вы там делаете, дыби вот это, дураки? Осталось последнее, что нам нужно сделать. Закрыть этот загон и кости, которые ты взяла, переделай в костную муку и за сандаль в этот сундук. А, сейчас все так сделаю. Ага, ага, костная мука. Тебе стак хватит? Хватит стак? Хватит, все, давай и сразу же ставь в этот сундук. Этот сундук по воронкам будет передавать костную муку в тот раздатчик, который находится там посередине. Все, поставила? Все поставила, да. А сейчас приготовься, но самое главное, не кричи, потому что сейчас у нас, можно сказать, будет такое небольшое... землетрясение. Поэтому, если что, это часть плана. Так, погоди, погоди, а мой домик-то не рухнет, а то мало ли что произойдет-то. Не рухнет. Короче, смотри, с одной стороны нажимаю на нотный блок. Вот так. И с другой стороны тоже нажимаю на нотный блок и... И это оно что, так вечно, что ли, будет? Ну, а это оно будет так, пока не кончится костная мука. Мать моя же, ну я тебе сказал то, что будет небольшое землетрясение. У меня же Майнкрафт 10 раз залагал. Это бесконечные цветы. Все, просто... вот костная мука закончилась. Сейчас остановим вот эту шайтан-машину. Еще бы знать, как... Все, вот остановилась. Вот, как говорится вот это... Вуаля! Ты бы видел сейчас мое выражение лица и мой рот просто до колен опущенный. Все, давай, заходи. Вот, заходи, собирай, давай, собирай. Просто заходи, собирай. Это что, все мое? Это все твое. И за сколько? За 15 секунд это все сейчас произошло. Притащишь костную муку, поставишь сюда, еще столько же цветов будет. Так подожди, а можно мне самой попробовать? У меня аж место в инвентаре закончилось. В сундук тогда ставь костную муку и нажимай по нотному блоку с каждой стороны. Давай. Так, это поставила, косточку выкинем. Ага, да. Так, мы сейчас здесь. Ага, и с другой стороны тоже давай нажимай. Ой-ой-ой, как волнительно, волнительно. Да, косточка, иди ты нафиг. И... Офигеть! Дурдом, мать моя женщина, просто дурдом. Катя, у меня сейчас Майнкрафт просто взорвется от этого, то, что он сейчас делает. У меня целый стак одуванчиков, хаустонии, ромашки, маков. Все, подожди. Пипец. Все, да. Все, остановилось. Все, иди еще раз собирай. Да, вторая партия, собирай. Да у меня места нет в инвентаре, мне некуда это собирать. Тогда пойду я насобираю. Все, с этого момента ты меня больше не будешь доставать с этими сраными вот это цветами. Все, смотри. Так, это я еще пособираю. Так, иди сюда. Давай сразу пойдем в этот твой магазин и выложим все цветы в сундучок. Так, давай вот сюда. У меня 16 хаустоний, 25 ромашек. 37 васильков синих, 64 одуванчика и 34 мака. Обосраться, ну в смысле очень много как. Так, все, я все свои выложила, получается тут еще и васильки, кошмар какой. Чего ж ты мне раньше-то такое не сделал? Буквально стаков 10 цветов где-то. За сколько? За минуту? Даже за меньше, чем минуту. Все, больше ты меня доставать не будешь, я очень сильно это надеюсь. Слушай, ну ты заслужил. Иди рыбач, сколько вот тебе вылезет, пока вот жопа квадратная не станет. Ах, подожди, она у тебя и так квадратная. Все, она и так у меня квадратная. Все, я тогда пошел рыбачить, и я тебя попрошу, больше меня не отвлекай. Пока я зачарованную книгу хотя бы одну не вытащу, я отсюда не уйду. Все. Так, это кость. Делаем костную муку. Ставим это вот сюда. Ты не злоупотребляй этим тоже, а то Майнкрафт сломается, если очень часто так будешь делать. Так, нажала с одной стороны, нажала с другой стороны! А у меня ничего не клюет до сих пор, потому что ты опять громко орешь там, как резаная. Не кричи, пожалуйста, Кать. Как остановить ты ее? Тыкай много раз на нотные блоки. Дай отдохнуть мужчине, я сегодня хорошо потрудился.